Вам не кажется странным, что огромное количество геймеров совершенно нетерпеливы? Они жаждут выхода сиквела с момента прохождения игры, при условии, что вышла она всего 2 дня назад, а подавляющее большинство людей ее еще даже не купило. Но с каждым днем их армия растет, прямо пропорционально прошедшим игру. Это касается и всяких обновлений, добавлений, патчей и так далее. Пожирание контента идет невероятными темпами. Неутолимый голод какой-то. И многие разработчики идут на поводу у таких игроков. Помните, мы говорили с вами о самых громких и создании эффекта большинства? Так вот, обычно это молодые разработчики, которые якобы прислушиваются к игрокам, хотя на самом деле лишь портят качество своего продукта, торопясь его выпустить. Но сегодня мы поговорим с вами о тех играх, серии которых часто насчитывают не одну и даже не две игры, и разработчики которых явно планируют выпустить хорошую игру, а не быстрый контент для всепожирающих геймеров. Итак, топ 5 самых ожидаемых игр в рамках игровых вселенных, которые еще даже не были анонсированы. Привет, ковбой, с вами Voice Rebus и просто канал об играх. И начать предлагаю с чего-нибудь легкого. Того, что ждут, но еще не очень долго. С того, что точно выйдет, и то, что назовут 6-й частью древних свитков, или The Elder Scrolls 6. Если вы сомневаетесь, что такая игра будет, то вы плохо знаете эту серию игр. Она будет. И даже уже разрабатывается, ведь с момента выхода последней части прошло уже 5 лет. Кстати, тут я офигел. Целых 5 лет! И то, что нас кормят всякими ремастерами, как раз является доказательством, ведь разработка игры требует много средств. А чем переиздание прошлой версии с улучшенной графикой и поддержкой модов не повод прикупить игру для консоли и добавить немного деньжат беседкам? В их заявление, что разработка не ведется, я не верю. Им было бы глупо говорить, что ведется, если они хотят скрыть этот факт. Интересно, в каком регионе мы побываем на этот раз? И каким избранным на этот раз нам суждено стать? Я очень жду эту игру, а беседки очень любят первый раз рассказывать о своей игре всего за полгода до ее релиза. Но это так, к слову. Совсем недавно в сеть утекли скриншоты Stalker 2. Нет-нет, разработку этой игры не возобновили, просто один из сотрудников выложил скрины своей работы, еще до того, как проект закрыли. Но желание игроков увидеть Stalker 2 настолько велико, что даже пара скриншотов заставила игроков вновь поверить. Но нет. Меня вообще удивляет факт популярности этой вселенной. Игра разрабатывалась 6 лет, по меркам 2001 года чрезвычайно долго, да и на текущий момент это немало. Игру несколько раз переименовывали, меняли концепт, движок, откладывали, отменяли. И вот в 2007 году на свет появилась Тень Чернобыля, которая совершенно не соответствовала заявленным обещаниям. Мне это даже что-то напоминает. Но безумный коктейль из повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких и реальной чернобыльской зоны свое дело сделали. Игра стала культовой. Хотя нет, не игра. Вселенная и мир Сталкера стали культовыми. Они оказались настолько близки и понятны такому огромному количеству людей, что книги не перестают выходить по этой вселенной до сих пор. Выйдет ли вторая часть, вопрос очень спорный. Я даже не знаю, кому сейчас принадлежат права на торговую марку Сталкер. Поговаривали, что их выкупила беседка, но... Учитывая последний Fallout, я бы не хотел, чтобы это оказалось правдой. Права на игру, скорее всего, до сих пор, как и раньше, принадлежат Григоровичу. А вот что он с ними делать собирается, я не знаю. Но выход хорошего продолжения я очень надеюсь. Как и надеюсь на выход продолжения Ведьмака. О боже. Да игра только-только полностью вышла, а я уже хочу продолжение. Прям как один из тех, о которых я говорил в самом начале. Но разработчики официально заявили, что это последняя серия из Ведьмака. Если да, то я как минимум рад, что точно не будет провальной новой части. Хотя и ходят слухи, что это последняя игра не по вселенной Ведьмака, а последняя история Белого Волка. В любом случае, Ведьмак шедеврален. Все его составляющие сделаны на офигенном уровне, даже все самые слабые стороны игры можно оценить минимально как хорошие. Откровенно слабых сторон у этой игры нет, и это очень пугает. Как
Как пугает и уровень качества грядущей, но еще не анонсированной GTA 6. Вот уж чего точно ждет весь мир. Пожалуй, побить рекорд продаж достигнутой GTA 5 сможет только GTA 6. А от бюджета, вложенного в игру, у многих просто бомбанет, но игра явно окупит себя. Только за цифровую копию GTA 5 Rockstar заработали более 1 миллиарда долларов, а еще был выход на ПК, физический носитель и золотая жила в виде GTA Online. GTA 6 выйдет точно. Это беспрекословная истина, но главный вопрос – когда и чем нас удивят? С момента официального выхода игры на консолях прошло уже более 4 лет, но учитывая поздний релиз на ПК и постоянно обновляемую версию GTA Online, не думаю, что это будет очень уж скоро. Но о том, что качество новой игры будет не хуже предыдущей, меня ничто не заставит сомневаться. Как и в качестве нашего последнего участника, если он когда-нибудь выйдет, конечно. Мне кажется, ни один топ с ожиданиями не обходится без этой игры Фантома и, пожалуй, действительно самой ожидаемой, без надежд на релиз. Half-Life 3. Как же это безумно странно выпустить законченную первую часть, потом сделать сиквел и вроде бы оконченную вторую часть, запилить два эпизода, которые как раз разжигают интерес и готовят к эпичному финалу, и все. Конец! То есть, двух концовок до этого было мало, и теперь нас прервали на половине истории. Видимо, в этом и был весь смысл. Но прошло так много лет и так много событий, что поколение ждунов уже не раз сменилось, и ожидания приутихли. А если игра выйдет, то вне зависимости от ее качества, это будет явно событие года или даже десятилетия. Ну а там посмотрим. Но если откровенно, то ожидаемых игр гораздо больше. Причем как в рамках игровых вселенных, так и абсолютно новых игр. Я бы с удовольствием посмотрел на вторую часть обновленного Devil May Cry. Новую Готику от Пираний, ведь они вернули себе права на нее. Новый Fallout, ведь если учитывать тенденцию, новая часть должна быть как раз таки без номера и хорошей. И таких игр целая куча. Но в числе самых-самых решил выделить именно вот эти 5. Надеюсь, вам понравилось и вы тоже ждете кое-что из вышеперечисленного списка. А на этом все. Видео заслужило лайка и подписки на канал. С удовольствием почитаю в комментариях о ваших самых ожидаемых играх в рамках игровых серий и обсужу шансы на их выход. Спасибо всем за просмотр, увидимся в следующем видео и на этом всем пока-пока.